Дорогие мастера, многие из вас чувствуют, что, как будто, находятся на финальном отрезке тяжелой гонки, и ваша энергия и энтузиазм исчерпываются. Вы растете и все более разочаровываетесь в очаровании вашего мирского существования, и то, что обычно вдохновляло вас, кажется, тускнеет и увядает. Это происходит потому, что вы находитесь на стыке двух совершенно различных реальностей или нескольких измерений сразу. Кроме того, ваши четыре низших физических системы – физическая, ментальная, эмоциональная и эфирная – стараются приспособиться и догнать многие аспекты вашего высшего «я», которые вы постоянно ускоренно интегрировали. Это вызывает стрессы и сильное напряжение вашего земного сосуда. Огромное число вас могут и готовы совершить квантовый скачок в пятимерное сознание, вследствие чего ваше старое состояние бытия уходит намного быстрее, чем вы можете интегрировать совершенные энергии слэш вибрации и концепции вашего нового, высокочастотного существования. Зная о том, что происходит, вы не будете испытывать стресс и замешательство. Пожалуйста, верьте нам, когда мы говорим, помощь рядом. Наибольшее наше желание состоит в том, чтобы помочь вам совершить переход легко и свободно. В течение предыдущих лет, большая часть информации, медитаций и упражнений, которые мы вам давали, были направлены на преобразование старых негативных энергетических паттернов, а также на расширение и очищение вашего сознания. Этот процесс необходим, чтобы открыть путь для проникновения и интеграции разряженных клеток света Создателя, высокочастотных, мощных новых лучей индивидуализированного выражения, исходящих из разряженных сфер высшего Создателя. Мы предлагаем вам множество высших истин, чтобы помочь вам в эволюционном процессе, который сейчас, в течение этого беспрецедентного времени, идет на полную силу. Некоторые эти передовые учения давались раньше, но они очень важны, чтобы их повторить. Мы предлагаем сосредотачиваться на одной или двух концепциях ежедневно, чтобы вы могли твердо закрепить их в своем сознании, пока они не станут частью вашей новой духовной философии самосовершенствования. Звездочка, вы учитесь жить в вознесенном состоянии сознания, поскольку постепенно объединяетесь с оставшимися аспектами вашего «я» души четвертого измерения. Вы переходите из состояния становления в состояние бытия, что означает, что вы учитесь жить в момент сейчас вашей божественной мощи. Поскольку вы развиваете ясновидение и чистую интуицию, туман иллюзия больше вас не касается. Вы начинаете формировать и создавать свои самые великие видения и желания из хранилища божественных семян мыслей непроявленных возможностей. Поскольку вы постепенно совершенствуете свои способности сотворцов, вы постепенно эволюционируете в объединенное, сияющее духовное существо в человеческой форме, наполненную душой личность. Звездочка самосовершенства – это бесконечный процесс, поскольку вы учитесь интегрировать все больше достоинств, качеств и признаков нашего Бога Отца слэш Матери. Это требует постоянной внимательности и тренировки, однако, награда неизмерима. Звездочка, пришло время вспомнить, зачем вы находитесь на Земле. Помните, вы – продолжение или аспект нашего Бога Отца слэш Матери, который, в свою очередь, является великим аспектом Высшего Создателя. Охватите свою новую реальность, поскольку вы увеличиваете гармонию внутри своего личного мира. Постарайтесь в полной мере воспользоваться своей новой гармонизированной и возвышенной реальностью, насладитесь всеми ощущениями и полезными событиями, который может предложить земной план, в то же время, обладая красотой, чудесами и волшебством высших сфер. Звездочка свет, звукоцвет – это исцеляющие методы, и эти инструменты необходимы для помощи в расширении вашего сознания и в очищении вашей личной реальности. Духовно сосредоточенный ученик слэш новичок на пути к высшему пониманию должен учиться использовать некоторые из основных инструментов самосовершенствования, поскольку они – часть вашей божественности и ваше неотъемлемое право. Умение настраивать и использовать священные звуки и молитвы помогут вам в исправлении многих симптомов болезней и неприятностей, которые вы испытываете в настоящее время, поскольку помогут постепенно преобразовать эфирное, эмоциональное и ментальное тело в более гармоничное состояние. Звездочка, каждый из вас имеет способность вносить что-то личное и уникальное в божественный проект, разработанный для будущего человечества и Земли. Нашим Богом Матерью слэш Отцом вам дан необыкновенный дар, божественная привилегия участия в создании своей собственной судьбы.
У каждого есть возможность стать прославленным смертным человеком. Вы становитесь наполненным духом смертным человеком, обеспечивая свой постоянно расширяющийся, бессмертный статус. Вы многогранно имеете многоуровневое сознание, которое возможно на данный момент. Вы – бессмертная душа со смертным разумом и телом. Вы находитесь в процессе расширения души, в результате чего получаете способность интегрировать высшие и высокочастотные поступления света. Звездочка существует космическое время, которое текучее и гибкое, и смертное время, которое линейное, структурированное и конечное. Вы учитесь жить как духовные смертные, которые могут получить доступ к текучести и великолепию космоса. Существуют школы космической философии, где вы обучались, и которым вы сможете прикоснуться снова, поскольку получаете способность пересекать высшие сферы выражения. Звездочка существуют опекуны судьбы, которые направляют вас и указывают вам путь. Попросите их о помощи, и они станут вашими преданными помощниками. Существа света представляют многие различные точки зрения, и у них богатый личный опыт, как и у смертных. Звездочка истинная духовность не требует особых ритуалов или жестких систем веры. Это образ жизни с искренней преданностью на основе наивысшей истины. Вы должны стремиться соединить свою наивысшую интеллектуальную, эмоциональную и духовную философию жизни. Звездочка вы – искра божественности, и вы должны чтить и подсчитать свою ценность и ценность других. Вы позорите нашего Бога Отца/Матери, когда не делаете этого. Вы должны всегда стремиться к свободе и истине для себя и других. Звездочка, как узнать, когда вы перейдете в состояние благодати? Вы узнаете, когда другие будут отражать красоту вашей души, возвращая обратно к вам. Вы узнаете, когда изобилие потечет рекой. Вы узнаете, когда ваше сердце расширится любовью ко всему мирозданию, и когда ваша песнь души отразится во всем вашем существе, и потечет в мир и высшие сферы. Вы узнаете, когда не сможете молчать и будете чувствовать необходимость поделиться своими радостными событиями с каждым, кто готов слушать. И вы будете знать, когда уместно быть тихим свидетелем. Звездочка, медитируйте днем и ночью, а еще лучше, станьте живой медитацией так, чтобы в каждый момент бодрствования был сосредоточен на наивысшей всеобщей цели. Объедините свою любовь и силу для создания меридиан света и энергетических центров, так, чтобы ваша сила циркулировала по всему вашему физическому сосуду, и затем излучалась из центра солнечной энергии, вверх в небеса, направлялась ко всему человечеству, и опускалась в центр вашей Матери-Земли. Звездочка, вы должны принять высокую точку зрения мастера, спокойно, мягко, с любовью стоять в стороне, наблюдая, помогая по возможности, но позволяя и не оценивая, поскольку вы знаете, что все, что происходит, не случайно и имеет более высокую цель. Звездочка, распространение свой любящий свет и присутствие настолько так далеко, насколько возможно, дорогие. Наставляйте тех, кто придет к вам. О ваших действиях станет известно, и те, кто нуждается в вашем свете и мудрости, потянутся к вам. Никогда не забывайте, что вы вечны и бессмертны. Ваше физическое тело – это временный храм, в котором обитает божественный аспект. Священное сердце – храм души. Там находится сущность жизни, где живет истинная любовь и начинается ваше понимание вечности. Алмазный центр божественной клетки внутри священного сердца содержит 12 лучей божественного сознания для события этой субвселенной. Эти искры божественности – мощные семенные атомы белого пламени, эфирные кристаллические призмы преломленного света, называемые лучами. Постоянно излучающие сущность жизни / любви нашего Бога Матери / Отца по всей этой субвселенной. Чтобы проявить свои мечты, свое видение и создать свой собственный рай, вы должны быть всегда внимательными и стремиться настроиться на шепот своей души и высшего Я. Это достигается за счет использования частоты вашей сверхдуши / высшего Я и познания своего наивысшего потенциала. Самосовершенствование – это сила для управления своей жизнью и судьбой, и мудрость, используемые для всеобщего блага. При этом жизненно важно, чтобы вы были твердыми и уравновешенными внутри принятого диапазона дуальности, действуя в пределах реальности третьего и низшего четвертого измерений. Вы должны также стремиться к эмоциональной гармонии и спокойствию внутри иллюзорного мира высшего четвертого измерения,
поскольку вы пытаетесь приспособиться к ментальному плану среды низшего пятого измерения. Ваше преобразование для самосовершенства, так же как и процесс вознесения, будет значительно ускоряться, как только вы расширите свою личную дорогу жизни божественного света, эфирный проводник света, который является основной связью с вашим семенным божественным атомом/я есть присутствием. Вы также находитесь в процессе восстановления вашей связи с рекой жизни посредством личной антакараны, радужного моста света, который содержит сущность Создателя, называемую адамантовыми частицами света Создателя. В течение многих прошлых веков человечество уменьшило связь с рекой жизни/света так, чтобы у большинства людей оно стало только маленькой струйкой, называемой серебряным шнуром, еще в древности. Каждый из вас имеет сферу сияния вокруг своей физической формы, созданную вибрационными паттернами вашей ауры и вашей космической песнью души. Вознесение означает приведение всей телесной чакровой системы в равновесии, что облегчит очищение, совершенствование и приведение в равновесие эфирного тела/аурического поля. Важной частью вашей цели вознесения является сосредоточение на процессе восстановления своего эфирного тела и аурического поля до состояния оригинального божественного проекта, который является человеческим проектом вашей оригинальной физической формы, названным световым телом Адама/Евы Кадмон. Мы наблюдаем за вами по диапазонам цвета внутри ваших множественных систем тел, физического, ментального, эмоционального и эфирного, которые создаются вашими мыслями, поступками и делами на протяжении многих жизней. В течение веков. Дорогие сердца, мы просим вас беречь себя, как никогда раньше, обращать внимание на свои физические сосуды, сигналы или сообщения, которые ваше мудрое элементное тело проецирует на вас. Как вы будете наслаждаться прекрасным миром любви, радостью и благополучия, которые вы создаете, если ваш драгоценный физический сосуд не будет ярким и здоровым? Присоединяйтесь к нам в своей пирамиде света, мои храбрые, и позвольте нам помочь вам пройти этот процесс легко, свободно и с большой радостью. Пусть сияние нашего Бога Отца/Матери прольется на вас и наполнит вас светом вечной жизни. Знайте, что мы всегда рядом, чтобы направлять и защищать вас. Я, Архангел Михаил, мая 2015 года.